Москва, 27 мая, РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в Центре погоды ФОБОС. В Москве и области сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице 22-24 градуса тепла, в Подмосковье плюс 20-25 градусов, говорится в сообщении. По информации синоптиков, в Москве будет дуть западный ветер со скоростью 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру понизится до 752 миллиметров ртутного столба.